Это прибыльная компания. Тут нету неприбыльности. Это прибыльная компания, но искусственно занижались ее показатели всегда, потому что это государственная монополия, она не может быть убыточной. И если мы пришли в компанию на 1.01.15 года, мы видим, что 3 завода работали убыточно. А зачем? Зачем таким заводам вообще работать? Задача сейчас загрузить максимально все предприятия. Даже если некоторые предприятия будут работать с минимальной рентабельностью на экспорт, это все равно плюс. То сейчас работают 14 предприятий, а к нашему приходу работало только 4. Сейчас мы, грубо говоря, несем тележку, которую нам оставило предыдущее руководство. Но мы ее разгрузим, думаю, до конца мая, если ничего не поменяется, компания будет в состоянии рассчитаться с своими годами. Заводы по производству технического спирта омывателей. Это очень большой рынок, который в Украине, сейчас вы знаете, мы завозим с Молдавии, с Польши и так далее. Но вы же заезжаете на заправку. Вы же покупаете там фирменный АЗС, АЗСовский омыватель, так, и все это делают. Почему мы отдаем это Беларуси? Почему мы у себя это не производим?